Историю о рождении Сына Божьего в Вифлееме, пожалуй, знает каждый верующий христианин или прочитавший Новый Завет Библии. Более 2000 лет назад от непорочной Девы Марии на свет появился Иисус Христос. Православные почитают этот день как приход Спасителя на землю. И для каждого из них рождественское богослужение – большое событие. Рождество – это прежде всего такая внутренняя радость, праздник семейный. Ну, не знаю, как объяснить словами. Такое некое внутреннее торжество. Господь родился, Христос. Ну, чтобы всем было хорошо. Раз Иисус Христос пришел к нам, значит, должно всем быть хорошо. Родился Спаситель наш, и мы должны чтить этот праздник и всегда отмечать, и сделать благие деяния. Одна из прихожанок Георгиевского храма Светлана признается, что хоть и работает в другой церкви, на рождественскую службу стремилась попасть именно сюда. К религии ее привела бабушка еще в детстве. По мнению гостей храма, Рождество Христово – важный праздник для каждого верующего. Рождество – это свет во тьме, но тьма не закрывает этот свет. То есть свет через тьму прорывается, но тьма его закрыть не может. Вы знаете, мне так понравилось, я вот под впечатлением просто. На торжественном богослужении каждый смог приложиться к рождественской иконе и принять таинство причастия. В эту ночь пришедшие не исповедуются. Все грехи отпускаются через 40-дневный пост и служебную молитву в храме. Рождество Христово для всех православных – светлый праздник, очищающий душу и укрепляющий веру в Господа. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.